Внимание, внимание! Специальное предложение только одного дня. По специальной максимальной скидке для вас. Итак, сегодня вы получаете целый костюм. Готовое решение по цене 2499 рублей с максимальной скидкой. 1300 рублей сегодняшней экономии. Света, ты блистательна. Спасибо, моя дорогая. Я хочу сказать, что Оля, приехав из Италии, сказала, что много женщин Европы выбирают сегодня стильные ансамбли в виде комбинезона. Ну, я люблю костюмы, потому что можно сочетать и блузу, и брюки с любой базой верха и низа. Давайте посмотрим сейчас на цветовое решение и вспомним о том, что современные ткани 21 века, Олечка, позволяют нам блистать. Причем этот костюм мы можем носить в комфортной жизни. Я вообще хочу сказать, что женщины должны украшать себя яркими тканями. У нас для вас три цвета на выбор. Это синий. Синий цвет приветствует вас. Напоминаем, что костюм является специальным блистательным предложением для вас с максимальной скидкой. Поэтому набирайте номер телефона прямо сейчас и исполняйте свою блистательную мечту. Если вы любите оттенки голубые, бирюзовые, вот он, ментоловый бирюзовый цвет. Он более нежный, более светлый. И мне очень нравится, как грамотно дизайнеры Оля подобрали и вискозное трикотажное полотно, и блестящие ткани. Эта комбинация здесь, она не случайна. И я раскрою секрет, для чего сегодня многие дизайнеры-конструкторы делают такие вставки. А я выбираю сегодня для себя графитовый серый цвет. Он универсальный. И мне очень нравится, что этот костюм, Оля, помогает скрыть все мои секреты. Как ты считаешь? И это тоже сейчас необходимо после того, как я побывала на отдыхе. Плюс 5 килограмм. Боже, куда их деть? Слушай, ну, поможет вот этот костюм и за счет чего он действительно является таким элементом скрадывающим? Давай посмотрим сейчас на наших моделей, подберем размеры, потому что у нас уже раздаются звонки, и наши модницы просят помочь, как определиться с размером. Так. Хочу сразу сказать, что размерная линейка до 64-го, и у нас сдвоенные размеры. Это прекрасно, потому что для дистанционной покупки это очень важно. Наша модель Елена выбирает сегодня костюм Ирада синего цвета, комбинация с васильковыми вставками. У Лены размер 48-й, и сейчас на нашей моднице мы видим костюм 50-52. То, что брюки свободно и красиво драпируются у линии животика и бедер, это только на руку женщинам постарше. Я всегда говорю, выбирайте для себя костюмы чуть-чуть свободнее. Лали носит размер 52-54, и на нашей красавице костюм 54-56. Я советую вам, если у вас размеры сдвоены, и, например, как у Лали 52-54, брать следующий 54-56. Я тоже ношу 52-й размер, и на мне костюм Ирада 54-56. Объясню почему. Мне нравятся свободные брюки, но не нравится, когда они обтягивают формы. Поэтому, если у вас широкие бедра, мой совет, возьмите лучше посвободнее. Я тоже голосую за свободу. Если вам нравится свободное решение, если вам нравится готовое решение, это предложение для вас. Свет, я тебе рассказывала, да, когда я собираюсь куда-либо, муж у меня начинает все время возмущаться. Полчаса минимум подбираю одно под другое. Мне очень нравятся вот эти готовые решения, когда не нужно ломать голову, какую блузу под брюки надеть, или наоборот, брюки под блузу. Все, вот надел, вышел, и ты идеален. Ну что ж, ты мне задавала вопрос, за счет чего женщины стройнеют и становятся идеальными. Я согласна с тобой, костюмы всегда хороши. Мы можем их комбинировать. В данном случае костюм выглядит как имитация комбинезона. Я всегда говорила важный секрет, как мы вытягиваем свой силуэт. Для того, чтобы визуально прибавить несколько сантиметров роста, утянуть и подтянуть фигуру, нам достаточно соединить верхнюю базу и брючки или юбку одного цвета, и мы уже вытягиваем свой силуэт. А вот сейчас, Оленька, обрати внимание на комбинацию. Вот она. Давайте замрем на блузе. Так. Мы видим с вами вставки из трикотажного вискозного полотна и вставка из блестящей люрексовой ткани. Вот за счет этого мы моделируем фигуру и урезаем зону верха. Таким образом, мы приравниваем нашу фигуру к эффектным песочным часам. У Лали прямоугольный тип фигуры, ну, никогда, Олечка, не скажешь, потому что именно за счет правильных линий и пропорций мы с вами чуть-чуть моделируем силуэт. Здорово, то есть идеальная фигура без диет вам гарантирована. Все это может костюм Ирада. 2499 рублей. Почему вот так вот выделяю стоимость? Потому что сегодня это специальное предложение только сегодняшнего дня с максимальной скидкой. Света, есть проблема. Так. Когда мне говорят брюки, я сразу думаю о том, что животик у меня тоже не
не постройнел за время моего отпуска. А, мне нужен запас, понимаешь? Вот определенный. Всем нужен запас. Давайте посмотрим сейчас. Вообще хочу тебе сказать, что с открытием эластичной ленты изменилась жизнь многих женщин, у кого нестандартный тип фигуры. Вы только представьте, раньше мы не могли с вами даже думать, что брюки дистанционно могут подстроиться под наши параметры. Нет, это надо показать. Смотрите. Так. Невероятная эластичная плотная вискозная ткань. Мне нравится, что здесь эластичные вставки. И как они сядут на ваши формы. Мне нравится, что ткань красиво драпируется. А еще, Оленька, ты заметила этот секрет? Что именно на зоне животика у нас гладкая вставка. Ничего. А здесь без драпировки. Для того, чтобы животик был более плоским. Вот так. Если вы хотите плоский животик, если вы хотите, чтобы ничего не сдавливал ваш животик, вашу талию, это предложение также должно оказаться в вашем гардеробе. Ты знаешь, на второй день свадьбы я надела брючки. И у нас был барбекю. А вот я сидела и понимала, что я не могу себе лишний кусочек позволить, иначе мне придется расстегнуть брюки. Вдруг я забуду, стану, брюки упадут, понимаешь? Поэтому я сидела и терпела, не ела лишнего. Друзья, здесь можно позволить себе немножечко больше. Ну, а я хочу еще тебя порадовать. Вот для девушек, у кого невысокий рост, настоящей находкой, Оля, станет еще и манжета. Оля сказала: Свет, ну ты высокая, но тебе костюм сидит хорошо. Ты забыла, что мой рост 1,61 м? Дорогие женщины, здесь даже не важен ваш рост, потому что манжета, которой заканчиваются наши брюки в восточном стиле, подстроится под ваши параметры. И это прекрасно, когда немножко есть напуск, и брюки выглядят свободнее. Милые женщины маленького роста, вспомните, когда приобретаем брючные костюмы, куда мы бежим? Конечно, в ателье. Для того, чтобы нам подвернули, подшили, здесь никуда бежать не придется. Готово решение, предназначенное под любой рост, по идеальной цене с максимальной скидкой. А еще, Оленька, наши брюки-трансформеры, ты только посмотри. Брюки в восточном стиле превращаются в капри. Укороченная модель, которую обожает каждая вторая россиянка. Итак, три цвета на выбор, размеры от 46 до 64. И это целый костюм по цене. Только сегодня успейте купить.